Здорово, я Олег, и это «Уроки труда». Сегодня соберем свадебный кит за пару тысяч. Что такое кит? Это оборудование не на каждый день, но в особых случаях очень пригодится, как аптечка в машине. Мы будем строить кит на кейсе, купленном с Авито за пару тысяч рублей. Такие остаются после ремонта обычно. Мы вот нашли такой. Собираем кит из вспышек для свадебного фотографа. У нас есть 4 вспышки, батарейки, зарядное устройство и трансмиттер. В нашем кейсе уже был поролон, но также его можно купить и отдельно на Авито. Он специальный, с прорезями для оборудования. Вы просто вырезаете его под свою задачу. Мы сейчас это и проверим. Поехали! Ну что, конструктор готов, ничего сложного нет, ножик даже не понадобился, все руками можно было легко отсоединять. Вот такие квадраты, рвутся аккуратненько, делайте любую форму под свои задачи. Вот так должно храниться оборудование, чтобы получить максимальную оценку при сдаче в 3D GetLens.